Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Агдамском районе Азербайджана 15 ноября в 23:48. Еще одно с магнитудой 3 было зафиксировано в Бардинском районе 16 ноября в 2 часа ночи по местному времени. Землетрясение также ощущалось и в Тартерском районе Азербайджана. Эпицентр землетрясения залегал в Агдаме на территории сел Гузанлы и Учоглан. Данное землетрясение было средней силы. Наша сейсмическая станция располагается на территории очага землетрясений. Она не подверглась никаким разрушениям. Многие дома в селах построены из некачественных материалов, поэтому, возможно, эти дома подверглись разрушениям. В результате землетрясения в Агдаме был нанесен ущерб 127 домам. Об этом телеканалу CBC сообщил глава исполнительной власти Агдамского района Рагуб Мамедов. Он отметил, что один из домов, находящийся в аварийном состоянии, был полностью разрушен. По предварительным данным, в 127 домах появились трещины. В Тазякенде появились трещины в здании средней школы, рассчитанные на 200 учащихся. В селе Учугла разрушено здание, которое находится в аварийном состоянии. В это время в нем не было жителей. Серьезных последствий землетрясения зафиксировано не было. МЧС определит точный масштаб нанесенного ущерба. На территории Бардинского района ущерб нанесен 150 домам. В основном это дома, расположенные в массиве Мешичели, где расположены вынужденные переселенцы. На территории массива один из домов был полностью разрушен. Землетрясение также нанесло ущерб селам Илмайл-Бейли и Эф-Оглу Тартерского района. Пострадали 9 домов на территории района, полностью разрушены 3 дома и 1 конюшня. Житель села Гапанлы Шахид Мамедов оказался под завалами и получил травмы. В настоящее время идут работы по уточнению масштаба ущерба. Землетрясение ощущалось в ряде районов республики. В Шики, Гянджи, Тартере, Акджабеди, Мингичавире, Агдаше. Очаг землетрясения залегал глубоко, по этой причине его почувствовали и в других районах. Когда очаг залегает не так глубоко, землетрясение охватывает локальную площадь и происходит больше разрушений. Уже было зафиксировано более 30 авторшоков. Директор Центра Республиканской сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етермишли сообщил, что землетрясение в Азербайджане не связано с землетрясением, которое произошло в Иране. Стоит отметить, что в Грузии также произошло землетрясение магнитудой 5,9. Подземные толчки также ощущались и в районе Марнаули, Грузии, где компактно проживают азербайджанцы. Лейла Курбанова, Эсмира Алиева, Хаил Азиз, CBC.